присуждена. Мы не скажем, нет, не надо. Мы ответим, что нужно. Убирай, убирай, разрушай, 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 наступили сроки. Эх, урожай наш, урожай, урожай высокий. Урожай наш, урожай, урожай высокий.
выйду. Здорово, бабоньки. Здравствуйте, Галилея Малаша. Что вы так скучно спеваете? Разве степь сердце не радует? Посмотрите, какое богатство, какие скирды. Сколько хлеба взяли. Радует, радует. Да мы уж всяки спевали. Целую ночь едем. Я скажи, не реву, тебя ж волос заморили. Ой, погоняйте, Кузьма Афанасович, погоняйте. То на ярмарку опоздайте. А то ж быки, а не мотоцикла. Четверть час на полной скорости. А ты, голубушка, все одна мотаешься. Когда замуж выйдешь? Жениха нет. Ой, что ты? Вот разве дед Кузьма? Женитесь на мне, Кузьма Афанасович. Да, чуточки, да зубов нема. А ты нам скажи. Мы зараз отыщем. Ты только заикнись. А ну вас, и без мужика хлопот много. А ну-ка, догоняйте! Добрая у нас председательница, ой, добрая! У нашей Гали голова на плечах, а у вас цибули. И красивая она, и умная. А вот уж 7-й год живет одна одинешенька, ни детей, ни мужа. Вдовье дело, горькое дело, кума. И не говори, Никаноровна, сиротская участь. Не дай Боже вдоветь да гореть. И, кума, лучше 7 раз гореть, чем 1 вдоветь. Стой! Здравствуйте, товарищ Ворон. Здоровенько были. Здравствуйте, Гордей Гордеевич. А вы откуда вы меня знаете? А кто вас не знает? Вы же человек известный. А вы же такие будете. Ой, добрые волы. Чьи волы, деду, а? Волы наши. А мы колхоз Завет Ильича. О, этот колхоз я знаю. На ярмарку? На ярмарку. Хороша птица, зря торгуете. Да птица товар. Нас ее тише. Богато живет. Да не жалуемся. На первое место выходим. Красное знамя завоевали, о! Слыхал, слыхал. Деловая у вас хозяйка. Побачьте Галину Ермолаевну, поклон ей от ворона. А вот она впереди нас едет. Только что погнала нас. Ну да. Ага. Вот то добре. Ну, бувайте, ще побачимось. Вот и жених. Привет, почтение, Галина Ермолаевна. Не узнаете? Как я могу вас не узнать, Гордей Гордеевич? Да вас версту узнаешь. Неужели я такой заметный? Усы у вас заметны. Усы? Это для осанки. Я козак. А теперь и казаки без усов больше ходят. Ну, а мне-то что? Я человек холостой. Казак вольный. Захочу и бороду отпущу. Отпускайте хоть косы, Гордей Гордеевич. Но! Хороша бедарочка у вас. Ни у кого в районе такой нету. Только по вашему размаху вам бы теперь москвича, да еще лучше победу. Откуда вы знаете про наш размах? А слух идет, богатеете, на первое место выходите. Говорят, на электрическое освещение перешли. Не только освещение, все хозяйство на энергию переводим. Ну да, а посмотреть бы не мешало. Ну что ж, приезжайте, посмотрите. К нам многие ездят. За что это вы не взлюбили меня, Галина Ермолаевна? О чем это вы, Гордей Гордеевич? Не понимаю вас. Не понимаете? Нет, не понимаю. Эх, загубили вы мою молодость, Галина Ермолаевна. Каким был, таким и остался. Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я только виноват.
Чуете, невесты? Куда вы, туда и мы. А мы на ярмарку. И мы туда же. Вот и хорошо. Значит, погуляем, а? А вы чьи такие будете? А мы люди одинокие, холостые. Ездим, гуляем, ищем то, чего не потеряли. Так вы, пожалуй, ничего и не найдете. А я так считаю, что мы уже нашли. Что-то не видно вашей находки. А наша находка, это вы, красавица. Разрешите познакомиться. Эй, граждане! Граждане! Я извиняюсь, граждане! Подача от продуктов! Руки к товару не протягивать! Сурово держитесь, папаша! А может, мы покупатели? А? Какие покупатели? Оперативные, оптовые, гуртом все скупаем! А, вы что ж, агенты, что ли? Агенты! Так, чем интересуетесь? Невест для промкооперации закупаем! Я тебе покажу невесту! Ишь, какой жених нашелся, шпингалет! А я не жених, папаша, я сват! А мы таких сватов? А глобус! А глобус, дурный разговор, дедушка! Да-да-да, смотри, не задирайся! А то хвачу самую лучшую, ахнуть не успеешь! Ишь ты, нахальство какой! Я тебе покажу самую лучшую! Федя, готова? Готова. Давай! Эй, шпингалет, меня не трогай! Тебе туда, а нам сюда! Катись-ка ты своей дорогой! И до свидания! Пока! Стой! 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 Держи, папаша! На ярмарке встретимся! Давай, давай, папаша! Догоняй! Подпрыгивай, подсаживай! Ну, веселее! Я твою личность запомню! Помни, помни, папаша! Не забывай! Thank you.
центральной площади состоится торжественное открытие нашей ярмарки. Все на центральную площадь! Все на центральную площадь! Вон она, видишь? Где? Да вон, 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 видишь? Где? Не вижу. Эда, ты не туда смотришь, ты на трибуну смотри. Вижу. Здравствуйте, дорогие товарищи! Андрюша, Андрюша, идем ближе. Идем. Позвольте мне сообщить вам о радостном событии. Наш район, первый по всей Кубани, досрочно сдал государству хлеб. Никогда еще на наших степных землях мы с вами не собирали такой богатый и такой обильный урожай, как в этом году. Откуда же это такое чудо? А может быть, это счастливая удача? А? А может, нам помог сам Господь Бог? Нет, нет, дорогие хлеборобы, это чудо свершили вы сами, своими руками. Своим трудом вы славно и дружно работали. И сегодня мы смело можем поздравить друг друга с большой победою. Родина получила от нас 146 тысяч пудов первоклассной кубанской пшеницы сверхплана. С каждого гектара снято в среднем по 26-28 центнеров хлеба. Народный праздник вдохновенного труда, итоги соцсоревнований. Это смотр нашей самодеятельности, спортивных игр и конных состязаний. Желаю всем вам счастливой удачи, успехов, радости и веселья! Ура! Покупаешь? Та не, сам торгую, коней продаю. О, чертовы миллионщики, все миллионы копите, все в кубышку. А вы не, у вас грошей побольше нашего. Та не, ну какие у нас гроши? А ну-ка, пойдем пиво выпьем. Не, не пью. Печенка болит. Печенка болит, это у тебя в жадности. Жадный, то вот она у тебя болит.
А ты все казакуешь! Гулять собрался? А мне-то что, я казак, вольный, с государством рассчитался полностью, могу погулять, верно? А ну-ка, пойдем выпьем. Да не, ну что я? Вот наши девчата. Познакомься, Марко. Это наш герой, Даша Шелест. Очень приятно. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Вот наша гордость, вот наш капитал. Этот капитал ненадолго. А почему это? Да выйдет замуж и увезут ее из твоего колхоза. Как? Как это выйдет? Нет, у нас свои женихи есть. Верно, Даша, а? Молчит, а? Гуляйте, гуляйте, только смотрите, на чужих не заглядывайтесь. Ну, пойдите, Даша. Вон он, Даша, где? Да нет, это не он. Я обожаю. Пошли, девушки, пошли. Здравствуйте, 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 девчата! Это что, твое звено, Даша? Да. Вижу, дружно живете. Да. Недаром и слава о вас хорошая. Ну, а как на ярмарке, весело? Ой, голова кругом. А чего же вы понакупали? Да ничего, еще только смотрим. Правильно, не кидайте сразу, сперва смотрим. Марина Николаевна, вас ждут. Ну, прощайте, побегу, дел много. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, Ксенофон Фомич, стекла ящиков 10 купите, электрических лампочек побольше. Хомуты? Опять хомуты. Вот узнайте, не продается ли где-нибудь небольшой коммутатор. И телефонов штук 20. Хомуты-то, Галина Ермолова. Да хомуты я сама выберу. А то вы купите, как в прошлый год. Да, здрасте, Галина Ермолова. Здорово, хозяин. Ах, хлопцы, здорово. Как кони? Кони в порядке. А где остановились? Остановились у самого ипподрома. Ох, не подведите, ребята. Не подведите. Говорон-то пригнал на скачки каких-то новых коней. А, видали бы их. Да ничего особенного. Наши не хуже. Ну ладно. С утра завтра приеду к вам. Гуляйте. А кому ты-то, Галина Ермолова? Вот она, видишь? Где? Ай, да нет, обознался. Жаль. Стой, идея. Коля, нашел. А ну пошли. О, колхоз «Красный партизан». Подожди-ка меня здесь. Паренек, поди сюда. Послушай, дружок, здесь торговля колхоза «Красный партизан»? Здесь. Скажи, пожалуйста, где сейчас находится Даша Шелест? Нам бы ее повидать. А зачем это она вам понадобилось, а? А, это вы, Вабаша? Мы, Вабаша, мы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, торгуете. Ага. Продаете. Ага. Как говорится, торговали, веселились, подсчитали, проследили. Говорун-то, вижу, складный. Говоришь, роскошно. Но в мозгу твоем того даже слушать тошно. Ну, давайте. Не может, не может. Не может. Федя, иди сюда. Ты меня стихами не цепляй. Я в стихах могу доклад делать, не сходя с места. Да ну. Да вот и ну. Федя, отойди-ка этого герца подальше. Этого? Ага. А ну, друг, мадай отсюда. Давай. Осторожно, Федя, опять сломаешь. Осторожно. Испугал. Сергунька. Пошел. Беги, ищи Гордея Гордеевича и скажи ему, что нехорошие ситуации получаются. Слушайте меня, председатели! Председатели, вы меня слушаете? Слушаем, Олег Андреевич. Как вы помните, други мои, мы всегда с вами стояли на рынках организованно. Ну, так сказать, дружно стояли. Да ты помнишь, Марко? А как же, помню. Мы всегда назначали цены и смотрели за ситуацией. Ситуация? Вот ты мне скажи, Марко, понимаю я ситуацию, или, может, я не понимаю? А ты? Ага. Я понимаю. Ты хитрец. Колхозная торговля – это дело общественное. Дело, как бы сказать, весьма серьезное. Да. Но не дешево ли мы с вами торгуем на ярмарке, председатели, а? А ведь ворон дело говорит, друзья. Повысить бы цены не мешало. О! Колхозные капиталы!
Вы должны умножать. Вот это правильно. Купить. Умно говоришь, Марко Данилович. Дешево торгуем. Дешево. Убыток. В убыток торгуем, товарищ. От такой торговли и прогореть можно. А ну тихо. Он продает свои продукты ниже стоящих ярмарочных цен на 25%. Слышишь, Гордей? Да слышу, не глупо. Извещает покупателей, что он продает свои продукты ниже стоящих ярмарочных цен на 25%. Вот тебе и ситуация. Просветила их ваша пересветина. Что, она сдурела, что ли? А ну, ждите меня здесь, а я пойду найду Пересвету и приведу ее сюда. Иди, иди. Ха, кому ты? На что вы на них все хмыкаете? Хомуты как хомуты, сделаны они по стандарту. Тут и видно, что по стандарту. Я не понимаю, ну что вы от наших хомутов хотите? Да он никакому коню на голову не полезет. Вот тут я извиняюсь. Извиняться нечего. Не полезет. Нет, я извиняюсь. Наша продукция, как известно. Знать вас с ярмарки надо с такой продукцией. Ого, много на себя берете, мадам. Нет, немного. Вот пойду и заявлю в ярмарочный комитет. Да заявляйте, не боимся. Испугайтесь, когда ярмарка поголена. Вот шум, шум, Галина Ермолаева. Гордей Гордеевич, вы посмотрите, какие хомуты на ярмарку навезли. А ну, интересно, ведь интересно. Они не только коню, а человеку на голову не полезли. А что же это возите? Гляньте! Что такое? Что такое? Парень не налезут! Разрешите! Я виновата! Подожди! Тихо, ты дёргайся! Чтоб тебе всю жизнь так за дух дёрало! Да не конь тебе, он говорит! Не шевелитесь! Не шевелитесь! А то задохните! Подожди! Подожди! Подожди, тебе говорит! Стандарт! Вы что, её по своей голове примеряли? Стандарт! Стандарт! Вас за такие хомуты под суд надо! Ой, простите, Гордей Гордеевич, это что? Пойдемте, Галина Ермолаевна, мне нужно с вами серьезно поговорить. Пойдемте, Гордей Гордеевич, пойдемте. Ух, Авдотья, неспроста она его захомутала. Неспроста, кума, ой, неспроста. Что же это, Галина Ермолаевна? Цены на ярмарке ломаете? А что? Разве нельзя? Да посоветоваться все-таки не мешало бы. А я советовалась. С кем же, позвольте вас спросить, вы советовались? С правлением своим. С опытными людьми советоваться надо, товарищ Пересветова. А кто ж это опытные? Мы, Марко Дергач и я. Да-да-да-да. Мы уже третий год подряд на ярмарке цены держим. Скромней держитесь, Гордей Гордеевич. Что? Так что ж я? Не скромный, что ли? Много шуму делаете. Ах, шуму! Ну, это я не виноват, у меня голос такой. Голос тоже сдерживать надо. Так что ж я шептать должен? Вот еще новое дело. И имейте в виду, товарищ Ворон, что вы и Дергач ваш оба жилы. Мы жилы? Ага, жилы. Да вам просто завидно, что у нас колхозы богатые. Да ничего-то не завидно, а видно за вас. Что такое? Передовой человек и не понимаете новой ситуации. Кто же это не понимает новой ситуации? А вы не понимаете. Я не понимаю новую ситуацию. Гордей Гордеевич! Узнайте, Галину Ермолаевну, что? Гордей Гордеевич, Антон Петрович прислал сказать, что нехорошая ситуация получается. А? Какая такая там ситуация? Какая ситуация за такая? Не знаю. Ну, что у тебя тут, Антон, за ситуация за такая? А вот полюбуйся, все покупать нужны. Одно Пересвету торгуют. Вон она, а мы семечки грызем. И усти, Гордей Гордеевич, слил виноград, помидоры, продукт, скоро портитесь. Мы прогорим. Не нажимай. Прогорим. Не нажимай, я тебе говорю. Антон, а ну-ка давай снижай цены. Ты как это снижай? Оправление? Оправление что скажет? Снижать тебе, говорят, жила. На 25% снижать. На 25? Нет, на 30. На 30? Да-да, на 30. Направление может... А ну, подожди. Вас ждут у входа в кинотеатр двое ваших знакомых. Повторяю, гражданка Даша Шелли, вас ждут у входа в кинотеатр двое ваших знакомых. Двое знакомых? Это же симпатия может получиться, ты понимаешь? Симпатия. Понимаю, Гордей Гордеевич, и хочу доложить. А ну-ну. Неожиданная встреча на дороге получилась. Какая встреча? Ну, как бы знакомство. Потом сюда приходили. Намеки разные делали. Какие такие намеки? Свататься хотят. Отхватить самое лучшее. Что? На нашу мапу, на нашу Дашу месяц. Да кто же они такие, черт их возьми? Агенты? Тю. Да ты что, сдурел? Какие такие агенты?
Перед это они называли себя так агенты. А сами, как я узнал, из Пересветского колхоза будут. Ах, вот оно что. Так, так, так. Значит, и здесь вы меня хотите объехать, Алина Ермолаевна? Не выйдет. Не выйдет. Где наши хлопцы? Где туза, где руша? Вася! Федя! Вася! Вася! Вот здесь, Сергей Гордеевич. Вот и добрый. А ну иди, Антон, действуй. Учти правление, Гордеевич. И ты здесь, пожалуйста, здесь. Ой, и что же это, Вася? А что? Как это что? Пресветовские ребята от нас хотят лучшую девку утащить. А ты, значит, хватишь так лучше развесить. Ну что же я могу, Гордеевич? Уж я и так, и это, Кадаша на меня внимания никакого не обращает. Как это она обращает? Вот. А ты ухаживай, добывайся, воюй ее. Козак. Вот скажем, если бы я был в твоих атаках. Да, вы бы. Ладно. Давайте. Попробуй, Гордеев. Вас ее не спускай, угощай мороженым, катайся на каруселях, иди в цирк, кино ее веди. Все расходы правления берет на себя. А, ну тогда другое дело. Потом приоденься, ты как сидит. Ну что это такое? А что? Ну пойди галстук там купи, шляпу, чуб завей. Эх, жаль, что усов у тебя нет. А женский пол усы любит, это я тебе... Одним словом, ты меня понимаешь. И смотри, Василий, ты мне за Дашу головой отвечаешь. Ну иди действуй. Ну хорошо, хорошо, я попробую. Алло. Попробую. А вот теперь посмотрим, Алина Ермолаевна. Понимаю я ситуацию или не понимаю? Внимание! У нашего микрофона Антон Петрович Мудрецов. Антон действует. Всем на удивление объявляю объявление. Что нами снижена цена на финитыцные арбузы, на початки кукурузы, на коренья и на фрукты, и на прочие продукты. Цены на 30% снижены, товары к потребителю приближены. Милости просим в наш ларек, покупайте в срок, запасайте впрок, чтоб не бегать по морозу за десятком огурцов. Передал завхоз колхоза Мудрецов. Ой, Вася, какой ты шикарный, прям артист. А что мне артист? Я сам артист. Верно, Федя? Вот. Куда вы скрылись? Мы вас целый день ищем, ищем. Нехорошо от своих скрываться. А мы не скрывались, мы покупки делали. Пошли, Любочка, пошли. Погодите, не спешите. Мы боимся опоздать. До свидания, спешите. А куда же вам писать? Адрес прежний, белый свет, неизвестный человек. Адрес точный? Очень точный. Вы не против погулять? Мы торопимся на почту ваши письма получать. На почту, нам туда же. Это очень странно, Дарья. Нам куда бы ни идти, лишь бы с вами по пути. Верно, Федя? Это точно. Ну, так мы пойдем нарочно. Не на почту, а в кино. В кино? Да. Значит, вместе, значит, вместе. Верно, Федя? Решено. Давайте посидим, а для морсу выпьем морсу. И чего-нибудь съедим. Угощаю, хочу. Кушайте сколько хотите. Прошу. С чего это, Вася, ты такой щедрый? Потом стоим. В этом наша сила. Внимание. Гражданка Даша Шелест. Вас ждут у входа в кинотеатр двое ваших знакомых. Повторяю. Гражданка Даша Шелест. Вас ждут у входа в кинотеатр двое ваших знакомых. Зря ждем. Не веришь в технику? Да не может быть, чтобы она не услыхала. И услыхать-то она услышит. А вот придет ли? И придет. Придет. Радио — это великая вещь.
Андрюша, идет. Идет, но не одна, а с кавалерами. Одну минутку. А ну, быстро! Билеты проданы. Все билеты проданы, приглашаю в цирк. О, цирк! А что, прекрасная программа, дрессированные животные. Разрешите предложить два лишних билетика в кино? С удовольствием. А еще нет, плачу вдвойне. К сожалению, только два. Прошу. Ну, что же, ребята, мы пойдем, а вы оставайтесь, верно, Даша? Это точно. Спасибо, отец. Одну ручку. Разрешите получить? А сколько? 5 рублей. О, это что-то дороговато. Так ведь лучшие места. А я и не видел, какие там места. Ну, так можете проверить. Получите. Привет. Это он. Кто он? Да парень тот, который приходил сегодня. Ну, как его? Агент. Вот это интересно. Я плачу деньги за билеты. Они идут с нашими девушками в кино, а ты стоишь и молчишь. Ну, а что же мне, драться, что ли? Я драться не могу. Видишь, у меня прохлад сколько. Эх, Федя, Федя. Ну, а что? Федя, Федя. Кому ты говоришь? Ну, смотри, не теряйся, а в случае чего? Да ну, кому ты говоришь? Да я им. Спокойно. Все же ваше. У меня свой есть. Милый мой хороший, догадайся.
шампанскую пляшку посмотреть не хотите ли? Исполняют танцоры колхоза, который является именно тем колхозом, где я состою, как известно, завхозом. Итак, кубанская пляска. Для сердца масло, для взора ласка. Это мой завхоз. Вот мировой мужик, ни у кого такого завхоза нет. Ну, хвастайтесь, Гордей Гордеевич. Ну, люблю, когда хвастаются. Не любите? Ну, люблю. Это Вася Туза, мой коневод. Ни у кого такого коневода нет. Опять Гордей Гордей. Не буду. Орел нашу Машу. Куда? Да ну, вот молодец! Ты зачинщик, где наша девица? Девица ищет свое счастье, папаша, и напрасно ее хотите удержать. Я тут не разговариваю, где девица? А вы не нервируйте меня, я сейчас вот бойцова. Ну, шпилька нет! Маша! Ты, Федя, опять проморгал. Я же тебе говорил, следи. А я и следил, они. Да что я им сторож? Эх, Федя. Что? Федя, а что мне драться, что ли? Мне драться нельзя, я вот опять должен вот эти гири подумать. Рекорд ставить. Хорошая музыка. Это мой друг играет. А я его знаю. Это смешной такой рыжий. Почему смешной? Он хороший парень. Мы с ним вместе по коневодству работаем. У нас коней много. У нас их тоже много. А я заболеваю. Мое дело хлеб, пшеница. Это я знаю. Ух, и тяжело она нам досталась в этом году. Почему? Снегу было мало, ветра сильные. Чуть наши вся зима не вымерзли. Но мы-то с девушками спасли их. И чего мы только не придумывали. Ставили заслоны, баррикады, валы. А летом вдруг дождь. Ну, дождь и дождь. Хлеб готов, осыпается, гнется, а убирать нельзя. Ну, прямо хоть плачь. Да, тяжелая ваша работа. Да нет, она не так тяжелая, как беспокойная очень. Понимаю. А вы помните, Даша, как я вас в поезде встретил? Помню. Встретили и забыли. Что? Я вас искал. Искали и не нашли. Значит, плохо искали. Зачем вы так? Я все время думал о вас. И вчера, когда я вас вдруг увидел... Даже не поздоровались. Ну, а как же я мог? Ведь мы даже не были знакомы с вами. Ну, вот и познакомились. А вот сейчас специально для вас знаменитые птичницы. Птичницы-отличницы. Еще не старушки, а поют частушки.
нашу власть благодарим. Плохо кланяешься ты, Никаноровна. По причине полноты, Христофоровна. Мы по ярмарке ходили, в магазины заходили, посмотрели на отрез, отказались на отрез. Ишь ты какие, а! Старомодняя вискоза, Никаноровна. Не годится для колхоза, Христофоровна. Золотистом крышине, за баранкой москвича, я проеду на машине по колхозу Ильича. Ишь ты! Поехали! Ты чего бы у руля, Никаноровна? Заезжает до Кремля, Христофоровна. Что бывает, то бывает, только пусть не забывают. Как испортится мотор, получается затор. Должен вас предупредить, Христофоровна, может газу не хватит, Никаноровна. Молвил ворон Меркачу, всем торговле обучу. Но должна признаться я, вышла ситуация. Это как же понимать, Христофоровна? Не надо цены поднимать, Никаноровна. А у шорников палатки, мы видали не в палатке. Кому-то вот беда, не годятся никуда. Лучше я, а не часы, Христофоровна. И с тобой мне нужны, Никаноровна. Что вы хлопаете им, эти сплетница вдвоим? Все равно они вернутся, даже если не хотим. Вот они, пожалуйста! Подружки птичницы от птичницы, и поэтому вдвоем мы про птиц сейчас поем. Про каких же это птиц, Никаноровна? А про всем известных лиц, Христофоровна. Ворон с галочкой сидит на сучочке рядом и на галочку глядит говорящим взглядом. Не ручная ворон-птица, Христофоровна. Значит, хочет приручиться, Никаноровна. Берегитесь, казаки, эти бабьих языков, эти бабьи языки погубляют казаков. Этим бабьим языкам, Христофоровна, я бы дал бы по рукам, Никаноровна. Золотые будут рыжеватые, нынче парни холостые будут все женатые. В октябре начнутся свадьбы, Никаноровна! Казунам пойдут усадьбы, Христофоровна! Ой, недаром дух средины в роще рядышком стоит, у Гордеича с Галиной скоро свадьба предстоит. А чего ж они скрывают, Никаноровна? Они еще не знают, Христофоровна. Уж давным-давно пора молодым кричать ура и на свадьбе поплясать вплоть до самого утра. А плясать-то будем как, Никаноровна? Приблизительно вот так, Христофоровна. Перед вами выступали, пели песни и плясали, и плясали. Как плясали? Плясуны и музыканты, самородные таланты, да таланты. Ох, таланты! Коневоды, трактористы, так сказать, сама природа. Не народные артисты, а артисты из народа. Мы не будем к этим людям
придираться слишком строго. И давайте не забудем, что открыта путь дорога для любого коневода, для любого тракториста, от артиста из народа до народного артиста. Все пути у нас открыты, всем открыт широкий тракт. Так что будьте знамениты! До свидания! Антракт! А, наши председатели! Поздравляю вас, Галина Ермолаевна, поздравляю! И тебя, Гордей Гордеевич! Молодцы, молодцы! Замечательная у вас самодеятельность! Вот молодцы! А это правда? Про что это вы, Денис Степанович? Да про кому ты? А, правда? Вот и Гордей Гордеевич может подтвердить. Ну, подтверждаю, факт. Продают кому ты, а Аня на голову только ишаку лезут. Позвольте, это что ж выходит дело, что я ишак? Ой, что? Это ж ты почему такого невысокого мнения о своей персоне, товарищ ворон? Это другие, Денис Степанович, о моей персоне невысокого мнения. Те, которые тут разные песенки сочиняют. Но ничего, мы еще побачим. Побачим. Самолюбивый человек, Гордей Гордеевич, но самокритики никак не любит. Да, Галина Ермановна, тут председатель ярмарки хочет с вами по поводу торговли поговорить. Пройдемте в сторонку. Внимание, внимание! Начинаем спортивное деревожимание. Существует, товарищ, недопонимание, что богатыри на Руси были только когда-то. Нет, Русь наша богатырями и сейчас богата. Не в каждом районе найдешь, разумеется. Но в нашем как раз такой богатырь имеется. Посмотришь на него, запомнишь до самой могилы. И так рекорд небывалой человеческой силы. Ставить его будет русский циклоп Федор Груша. Алле, хоп! Начинаем! И... Иди сюда. Эй, пиво, Вася, угощаю. Ты танцевал, как буря. Ух ты, артист, Вася. Позволь, артист. А где же Даша? Чего это ты слоняешься один? Я пришел вам сказать, Гордей Гордеевич, что я... Симпатия не получилась. Не верю. Такой артист. Не верю. Да она на меня смотреть-то не хочет. А ты просто выпустил инициативу из рук. А ну поставь, поставь его обратно, иди ищи ее. Ну, Гордей Гордеевич, это же не культурно получается. Иди, и имей в виду, что ты мне за Дашу головой отвечаешь. Иди. Ну, хорошо, хорошо, я еще попробую. Только тогда пеняйте на себя. Да. А Гордей Гордеевич, он мне вовсе не родня. Он был другом моего отца. А когда в войну я осталась совсем одна, то он взял меня к себе в дом. Ну, а сейчас я уже самостоятельная. Вот и вся моя маленькая жизнь. Маленькая? Ну, это вы напрасно. Жизнь ваша большая, интересная. Какая же она большая, когда мне еще и 20 лет нет. Ну и что же?
а другой 100 лет проживет, да ничего не сделает. А вы вот герой. Да сделала я пока еще очень мало. Ой, забыла. Забыла рассказать вам самое интересное. В прошлом году я в Москве была. Да? Ходила по улицам, каталась в метро, была в театре, цирке, планетарии. Но вы знаете, меня все время почему-то тянуло к себе домой, на свои поля, степи. Люблю я наши кубанские степи. А вы? Вы их любите? Хорошая вы девушка, Даша. Я вас как тогда увидел, так сразу решил. А что вы решили? Сказать? Говорить. Что лучше вас нет в целом свете. Ну, да таких сколько угодно. Для меня вы одна из тысячи тысяч. Я люблю вас, Даша. Ой, зачем вы так? Я вас обидел. Вы рассердились. Может, мне лучше уйти? Нет, сидите. Вы мне тоже нравитесь. Даша. Ах, вот вы где. Так. Но. Это по какому же праву, Вася, ты следишь за мной? Ведь я же давно тебе сказала, не страдай. А я и не страдаю. Напрасно ты обостряешь. Это мне Гордей Гордеевич приказал. Гордей Гордеевич? Да. Ну хорошо, я поговорю с Гордей Гордеевичем. Вот и поговори. Ну и поговорю. Пойдемте, Коля. Кажется, уже танцы. Пойдемте, Даша. И давно танцы. Вы опоздали. Ничего, нам хватит. Да, хватит. О, тоже ухажера нашла. Жалко, сейчас Федя рекорд ставит. Мы бы тебе его показали. Поженили тебя наши бабы. На ком это меня оженили? Да на Галю нашей, Пересветике. Теперь она тебе усы обрежет. Ой, обрежет. То есть как это обрежет? Да не любит она усаты. Не любит. А кто это вам сказал, деду, что я на ней женюсь? Да все говорят. А раз все говорят, значит знаю. Ох, интересно. Все знают, один я не знаю. Интересно. Вася! Да Вася! Что такое?
вот, пойдем покажем, как казаки плясать умеют. Не могу, Марко, не могу. А что ты, что с тобой, ходи? Что ты какой унывный? Со свадьбы все расстроилась. Какая свадьба? Каком меня тут еще женят? На этой он дамочке, которая все танцует, там-то смеется. Что ты, что с тобой, Гордей? Эх, Марко, ты ж помнишь, как я страдал до войны, как я мучился. И вот старая опять вернулась. А чем мне отвечает на сегодняшний день? Чем? Хомут на дело, сценами позор и насмешка. Птичницы ее там, курятницы, гусятницы всякие, песенки про меня сочиняют. При районном руководстве, при самом Денисе Степановиче Ишаком обозвал, а? И все насмешки, да хихоньки, да хахоньки. И ты стерпел, Гордей, ты стерпел. А что я могу, друг? Ведь она женщина. И опять же сердце старое вернулось. Прощай, Марко. О, пан Федор Данилович, а где ваш друг? Где Гордей Гордеевич? Нехорошо получается, Денис Степанович. Не по-советски. А что такое? Вот эта криводушная особочка. Это я криводушная особочка. Да-да, а кто же? Кто друга моего захомутал? Про кого частушки поют ваши бабы? Кто слух пустил про свадьбу? Кто издевается над вороном? Срамить его! Что? Я срамлю Гордея Гордеевича? Да-да, Денис Степанович, срамить, смеется, издевается! Неправда! Зачем вы так, Марко Данилович? Вы же ничего не знаете. А может быть, я люблю его? Ты? Да, я. И давно люблю. Давно. Не любит она меня. Не любит. Ну, а за что меня любить? Ну, какой я есть такой особенный, чтобы мною могла интересоваться такая женщина? Подстал. Постарел, знамя упустил, ситуации не понял. Потом же вот усы. Ну зачем мне усы? Ну да что ты? Ну даже смешно. Постарел, Гордей Гордеевич, постарел. Гордей Гордеевич! Рекорд! 645! Красотища! 645! Ерунда. Ты мне скажи, Антон. Хотя ты ничего не можешь мне сказать, ничего ты не можешь понимать и ничего ты не можешь чувствовать. Нет, Гордей Гордеевич, мудрецов все понимает. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благороднее, сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы, или восстать на море бед и кончить их борьбою? Офелия, о, нимфа, помяни меня в твоей святой молитве. Антон, ты сошел с ума. Нет, Гордей Гордеевич, ты вдумайся, знаменитые слова Шекспир. Шекспир, ага. Ты артист, Антон, ибо. Ты настоящий артист. А ну, постой, постой, как это? Офелия. О, нимфа. Нимфа. О, нимфа. Скажи, пожалуйста, нимфа. Здорово. Здорово, Антон. А ну, Антон, пойдем. Возьмем, Галина. Пусть и первые призы позабираем. Ну, это много. Ну, так как же, Галина Ермолаевна? Отстань, Андрей, отвяжись. Галина Ермолаевна. Отцепись, нема часа. Галина Ермолаевна, это же вопрос его счастья, вопрос жизни. Ну, как же вы не понимаете? Ну, ладно. А кто она? Она Даша Шелест. Даша Шелест? Ты что, сдурел?
третий раз. Здравствуйте, Никанор Филиппович. Здравствуйте, Галина Ермолаевна. Ну как, глобус, не хромает? Вылечили, Галина Ермолаевна? Да. Может скакать. Ну что ж, записывайте, пусть скачет. Да, хорошо. Галина Ермолаевна, умоляю. Пусть Ковылев выкинет это из головы. Из головы легко, но ведь сердце невозможно. Ничего не помрет. Ну, помереть не помрет, но зачахнет. Зачахнет. В санаторий пошлем и отстань довольно. Здравствуйте, товарищ. Ой, ну почему? Почему вы не хотите, Галина Ермолаевна? Да разве ж я не хочу, не могу я. Ворон расшумится, поднимет скандал, скажет, что я звонила его звенивую. Ну, я же полюбил ее, Галина Ермолаевна. Полюбил, понимаете? Она герой? Герой социалистического труда. Здравствуйте. Выходит, значит, героев и любить нельзя. Любить можно, переманивать нельзя. Значит, отказываетесь? Отказываюсь. Хорошо. Тогда Николай сам перейдет к ворону. Привет. Подожди. А ну иди сюда. То есть, как это перейдет? А вот так, возьмет и перейдет. Да ты что, сам это придумал? Нет, это Николай велел. А где он? Че он сам не пришел? Да ему неудобно, у него характер такой, робкий. Ах, робкий. Да, робкий. Он робкий, она робкая. А я из-за них страдать должна. Да мне острый нож говорить об этом с вороном. Вон. Посмотри, какой он грозный. Эй! Ну что, жених, проворонил Дашу? Ну смотри, не осрамись на джигитовке. Вы меня, Гордей, гордись, не расстраивайте. А что до вашей Даши, то после вчерашнего фиаско она мне мало интересна. Ну что, что за фиаско? Дуэт! Какой такой еще дуэт? Здравствуйте, Гордей, Гордей! Здравствуйте! А мы за вами, товарищ председатель. Ну да. Давай. А зачем это я вам понадобился? Мы запрещали сегодня с нами покупки делать. Какие такие покупки? Покупки. Как это какие покупки? А для клуба? Ну, не галдишь же все сразу. А где ваша звеневая? Почему она не с вами? Где Даша? Ну, я вас спрашиваю, где Даша? Чего вы смеетесь? Ну, я вас спрашиваю, где Даша? Кажись, девчата, все, хватит. Как это все? А пианино? А пианино? Какое такое еще пианино? Да вы что, сдурели, что ли? Для клуба. Ну, вы же обещали. Какие гордеи? Ну, обещал, обещал. Мало ли чего обещал. Оправление. Оправление санкционирует. Что это за слова такие еще заграничные? Ты это брось. Нет, не слова. Ну, прощайте, Коля, я побежала. Вот, пожалуйста. Великолепный инструмент, ленинградский.
Ленинградской фабрики «Красный Октябрь». Желаете прослушать тон? А вы умеете играть? Как Эмиль Гилерс. Сыграйте. А то я его только по радио слыхала. Завидовать такому инструменту. Пожалуйста. Будьте здоровы. А потише что-нибудь поприятнее можете? С удовольствием. Шопен! Сыграйте. Купили бы, Гордей Гордеевич, а то у нас все баян да баян. Еще бы. Пианины покупать. А вам жалко? Вы же обещали. Обещал, ничего я не обещал. У людей клуб свой, стадион построили, вон рояль покупает. А вы на миллионах сидите и радуетесь. Ладно, ладно, мы без пианин росли. Так то вы, а то мы. Да. Ты еще тут, да. Пойдемте, девушки, а то обидно смотреть. Пошли. Пошли. Галина Ермолаевна. Здравствуйте, Гордей Гордеевич. Игрушечки приобретаете. Одна забава. Пара валов дешевле будет. Да ведь это мы при валах росли, Гордей Гордеевич. А теперь другое время. Другая ситуация. Вот именно ситуация. Скажи, пожалуйста, басы. Гордей Гордеевич, я хочу с вами поговорить. А надо ли, Галина Ермолаевна? Очень надо. Ну что ж, я готов. О каком предмете будет разговор? О серьезном. О серьезном. Пойдемте в стороночку. Пойдемте. Разговор будет о свадьбе. О какой свадьбе? О нашей. Что? У нас с вами свадьба предстоит. У нас с вами? У нас с вами, как у председателя. Ой, да подождите, вы не путайте мою голову. Чья свадьба? Да я же говорю, наша. Наша? Ну да, у меня есть жених. У вас есть жених кто? Коля Ковылев, мой коневод, хороший парень. А очень приятно. Поздравляю. А у вас невеста? У меня невеста? Ага. Кто? Да Даша Шверин. Даша? Угу. Да вы что, с ума сошли? А вы не шумите, ведь у них любовь. Тут помочь надо, а не препятствовать. Ах, вот оно что. Так, понятно. Продавец? Что ты хотите? Покупаю, заверните. Что заверните? Ну вот это вот пианино. Уже продал. Ну не важно, тогда какой-нибудь другой вот из этих. Что вы чихаете? Идите выписывайте счет скорее. Ну, успокойтесь, Гордей Гордеевич. Вы... Не выйдет, Алина Ермолаевна, не сарьтесь. Дашу мы вам не отдадим. Это у вас не выйдет. Бесчувственный вы человек. Культурой сманиваете. Не сманивайте, я тоже дам культуру. Потише вашей будет, да? Давно пора. Это счет. И пианино никому не продавать, оставить со мной. Пошли, Ксенофон Фомич. Где вы там ходите? Товарищ Мудрецов, я здесь. А ну иди сюда. Гордей, Гордей, торгуем вовсю. Подожди. Красотища. Ну подожди, я тебе говорю. Пожалуйста. Пойди в музыкальный магазин, оплати вот этот счет и забери пианино. Я не понимаю. Гордей, Гордей, зачем тебе пианино понадобилось? Играть буду учиться. А правление? Правление сегодня на это скажет. Правление да. Санкционирует? Нужно понимать, Антон Петрович, культурные запросы молодежи. Вот оно, мы не старая деревня. А ну иди действуй.
А ну подожди. Да-да. Иди сюда. Что? Пойди мне разыщи Дашу, ага, и приведи ее сейчас же в гостиницу. Ну, я буду иметь с ней серьезный разговор. Так, значит, ты, Дашенька, решила из нашего колхоза выйти. Да ведь я же замуж выхожу, дядь Гордей. Это не замужество, а рабеж. Рабеж. Интересно только знать, чем тебя купила эта Пересветова? Как это купила? Как вам не стыдно, дядя? Да что я, предмет, что ли, какой? А тебе не стыдно, Дашенька? Мы тебя вырастили. Знатным человеком сделали, славу дали. А ты так бессовестно бросаешь нас. Так что у нас своих парней мало. Вот, к примеру, Вася Тузов. Какой хороший парень. Вася хороший, не спорю, но... Красавец, при видном деле состоит. Его портрет даже в журнале «Огонек» напечатан. Нас вместе напечатали. О, вот видишь, вместе, значит, судьба. А как он по тебе тоскует, как страдает. Он-то, может, и страдает, а я вот нет. И зря, зря. Вася артист, танцор, лихой казак, жигит, наездник. О, вот посмотришь, как он твое Ковылева сегодня на хвосте притащит. Ну, это еще неизвестно, кто кого на хвосте притащит. Не веришь? В силу своего родного колхоза не веришь. В колхоз я верю. Но Коля Ковылев проиграть Тузову ну никак не может. Охотка, не может. Да-да. Ты мой характер знаешь? Да знаю, знаю. Так вот, чтоб не скандалить, давай с тобой сделаем уговор. Это смотря какой. Простой, сердечный и тайный. Если твой Ковылев сегодня придет первым, я сам беру тебя за ручку и выдаю за него замуж. А если нет? Ну, а если нет, тогда придется твою свадьбу на год отложить. У-у-у. А ты посмотришь, подумаешь. А что, ты боишься в девках остаться, а? Ты же у нас лучшая невеста в районе. А вдруг, понимаешь, там какой-нибудь другой принц объявится? Еще лучше, а? Лучше не бывает. Ну, это как смотреть. Ну, так вот, решай. Я тебе как отец говорю. Понимаешь, Дашенька, как отец. А то обижусь на всю жизнь. И на свадьбу не приду. Ей-богу, не приду. А вы слово свое сдержите, дядя Гордей? Я-то сдержу, Дашенька. А вот как ты? Я сдержу. Пусть как судьба. Не хочется мне, дядя Гордей, обижать. Вот и умница. Вот и хорошо. Вот и правильно. Не болейте вы, Гордей Гордеевич, наше дело в шляпе. И не таких, как Ковылев, на хвосте приводили. Ну, вот и правильно, вот и молодец. Давай скорее. Ну, дядя Матвей. Смотри, Коля, не подкачай. Ну, как-нибудь. Николай! Ну? Николай, поди-ка сюда. Старика, ты знаешь? Что? Точно, факт, Коля. Да не может этого факт, быть. Факт, Коля. Да кто тебе сказал? Тебя. Люба. Она-то здесь при чем? Ну, а любит, сказала, Даша! Кто? Даша! Ну, сказала. Знаю. Да ты не волнуйся. Да я не волнуюсь, сынок. Не волнуйся. Нет, никак, ты не волнуйся. Вон они.
Любочка, ты говори мне. Ну, тебя, а мне домой страшно. Пошли, пошли. Первый приз за вашим колхозом. Молодец, Ковылев, молодец. От всего колхоза спасибо. Да, я тебя поцелую. Резал. О, циркач, артист. Но тебе в цирке выступать. А ты на скачки закупал, опозорил. Российский заезд колхозных племенных коней, наездники председателей колхозов, от колхоза «Красный партизан» товарищ Ворон, от колхоза «Борьба» товарищ Сергач, от колхоза «Октябрь» товарищ Шестерка, от колхоза «Завет Ильича» коневод Леса. Товарищ Щербина, объявите, вместо Плясова поедет Пересветова. Хорошо. Перемена! От колхоза «Завет Ильича» вместо коневода Плясова будет ехать председатель колхоза товарищ Пересветова! Товарищ Куменька, яка смелость! Ай да Халю! Ай да Галина Ермолаевна! Твой характер! Я бы тоже поехала! Дамский сбор! Держи его, чего она сама поехала? Как нехорошо получается. Нет, нет, смотрите, смотрите. Thank you.
Пересвету немного не дотянуло. А я думаю, полковник, что Пересветова нарочно проиграла Ворон. Да зачем же ей проигрывать? Полковник, тут дело сложное. Сложное. До дому, хлопцы, сбирайтесь. До дому. Потехи час, а делу время. Работать надо. Хлеб сеять. А приедем будущей осенью, все призы позабираем. До дому. Алюш. Вот дядя Гордей. Это Николай. Тот сам. Познакомьтесь. Да мы уже вроде знакомы. Ну, здравствуй. Ой, молодец. Лихой казак, люблю таких. Ну что ж, Николай, не возражаю, давай засылай сватов. Но только чтоб жить в наш колхоз переходить. А мы там тебе хату новую поставим, садик выделим и пчелок разведем. О, а зачем же в ваш колхоз, Гордей Гордей? А что? Жена всегда к мужу идет жить. Это уж испокон веков водится. Правильно. А мы с тобой наоборот сделаем. Понимаешь, наоборот. И потом посмотри, какая у тебя жена будет, а? Это же герой. А разве раньше были такие, а? И потом, парень, тебе же у нас лучше будет. У нас же кониферма больше вашей, больше. Мы тебя заведующим сделаем. Ты у нас прославишься, понимаешь, орден получишь. Я там... за славой не гонюсь, Гордей, Гордей. Коля, Коля, подожди, Коля. Коля, так... Что же ты, Гордей Гордеевич, опять крутить начинаете? Вам же слово дали, а теперь на попятный. Дашенька, Дашенька, я же от своего слова не отказываюсь. Ну да. Но только жить Николай будет у нас. Ах так? Да. Ну хорошо, хорошо. Вы еще моего характера не знаете, Гордей Гордеевич. Пойдем, Коля? Ай, и ничего-то у вас не выйдет, Галина Ермолаевна. И чему ты радуешься, Гордей Гордеевич? Чему ты радуешься? На снижении цен мы с тобой потеряли ровно 30 тысяч. За то время выиграли. Приз на соревнованиях тоже? Потеряли? Зато лучшего наездника приобрели. Это каким же манером, я не понимаю. А вот каким манером. Николай Ковалев сегодня приходил за Дашу свататься. Я так и знал. Я так и чую. А я и не возражаю, пожалуйста. Но только чтоб жить в наш колхоз переходил, соображаешь? Ловкий ты политик. Прямо дипломат. Ну, а ты думал. Ну, они как? Ну, а что, некуда им деваться? У них любовь. Я, брат, понимаю. Я сам переживаю. То есть переживал когда-то. Входи, входи, кто там? Здравствуйте, Гордей Гордеевич. Здравствуйте, папаша. Здравствуйте. Ну, что у тебя? Галина Ермолаевна имеет честь пригласить вас, Гордей Гордеевич, в наш колхоз. На свадьбу. Дарья Никаноровна и Николая Матвеевича. Со всей вашей ассамблеей. Это что за ассамблея такая? Подожди, подожди, Антон. А зачем же это, голубчик, в ваш колхоз? Вот когда они поженятся, то, пожалуйте, вы к нам в колхоз. К нам, пожалуйста. Уже. Что уже? Уже поженились. Как поженились? Зарегистрировались по закону кодекса о браке и поехали на пир в наш колхоз. Да. Я ваш председатель. А Галина Ермолаевна отбывает домой. Вон она уже садится в свой кабриолет. Антон, держи ее! Держи ее! Кричи милицию, Антон! Папа! Милиция! Папа, что делать? Папа, что зачем так у нас? Спасибо за приглашение, Галина Ермолаевна. Но только свадьбу придется отложить. А зачем же ее откладывать, Гордей Гордеевич? А затем, что это грабеж. Своих героев не добились, так вы, значит, за чужих хватаетесь. Но я вам свой колхоз шатать не позволю. Это дело политическое. Фу, это дело их личное. Им жить вместе, а нам с вами. Все равно я это дело так не оставлю. Я буду жаловаться. Ну и жалуйтесь.
вас, Гордей Гордеевич. Думала, что вы переменились. А вы каким были, таким и остались. Прощайте. Разрыв, уехала. Не договорились? Не знали, что мы с вами век знаться не будем. Ах, Антон Петрович, Антон Петрович, как знать, чего не знаешь? Помните, тогда на дороге я говорил вам, что отхвачу самые лучшие? Вот и отхватил. Не радуйся, не радуйся. Подожди еще, что Денис Степанович скажет. Что вы на это скажете, Денис Степанович? Это же грабеж. Я растил Дашу, я ее воспитывал. А тебя кто растил, товарищ Ворон? Как? Кто? Ну, партия, народ. А Дашу, значит, ты один растил. Так. А скажи мне, пожалуйста, в каком таком государстве находится колхоз Завета Ильича? Денис Степанович, ну что это за вопросы? Я не понимаю. Нет, ты отвечай, отвечай. В нашем, в советском. Ну а что ж ты шумишь? Ты наоборот радоваться должен. Ведь какая замечательная пара получается. Молодцы. Непременно поеду их поздравить. Непременно. Так. Значит, выходит дело, и тут меня Пересвету обошла. Ой, баба, ой, змея, ой, змея. Напрасно ты обижаешь хорошую женщину. Напрасно. Да, не говорите мне про нее. Не напоминайте! Опять шумишь! А между прочим, она гораздо лучше к тебе относится, чем ты к ней. Лучше? Лучше! Опозорила она меня! Вся ярмарка над вороном смеется, весь район над вороном хохочет! Любит она тебя, Гордей Гордеевич! Любит! Шутите, Денис Степанович? А откуда это вам известно? Кто это вам сказал? Сама сказала. Сама? Ага. Вчера Дергачу при мне сказала. Не верю. Не можете этого быть. Что-то не то. Что-то не так. А ты Дергача распитай. Товарищ Дергач, зайди-ка сюда на минутку. Вот поговори тут с товарищем Вороном, Марко Данилович. А что случилось, Горди? Что с тобой? Скажи мне, Марко. Только честно скажи, как истый друг скажи. Да. Говорила тебе Галина Ермолаевна, что она любит меня. А как же? Говорила. Вчера в присутствии Дениса Степановича. Я был ее начал ругать для тебя, а нам... Не надо. Не надо, друг. Спасибо. Куда ты, Горди? Прощай. Хочу вам сказать, Галина Ермолаевна. Говорите, товарищ Ворон. Я хочу спросить вас, Галина Ермолаевна. Спрашивайте, Гордей Гордеевич. Я хочу спросить вас, правда то, что вы вчера сказали Марко Даниловичу? Правда. Но вы ему
сказали? Я ему сказала, что люблю вас. Аля! Аля! Алиночка! Hey!